На 9-м проезде Инженерная, 12 Заволжского района города Ульяновска. По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2109, данные устанавливаются, с места ДТП скрылся, управляя неустановленным автомобилем, при развороте совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход, мужчина 41 года, был госпитализирован. Впоследствии от полученных травм скончался. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия позвонить в дежурную часть отдельного батальона ДПС по телефону 8 84 22 73 60 60. Еще одно ДТП произошло на 25-м километре автодороги Ульяновск-Димитровград-Самара, недалеко от села Прибрежное. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Ford Focus, управляя автомобилем, двигаясь со стороны рабочего поселка Чердаклы в сторону рабочего поселка Старая Майна, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2109 под управлением водителя 23 лет. В результате происшествия водитель автомобиля Ford Focus и водитель автомобиля ВАЗ-2109 от полученных травм скончались на месте ДТП. И еще одно ДТП, в котором, к счастью, никто не пострадал. В Базарно-Сызганском районе грузовая «Газель» провалилась на одном из мостов. Автомобиль практически полностью завяз задними колесами. Всего же за 9 августа на территории Ульяновской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло, 4 получили травмы различной степени тяжести. Владимир Гаврилов, репортер 73.